На фоне того, как мой друг Железный Терминатор пьет свой любимый напиток, то есть воды, то есть вода, то есть воду, то есть воды, то есть жидкость. Итак, расскажу я вам про жидкости, мои дорогие свеженькие долечки. Обращусь к тем людям, кто считает, когда он алкаш, думает, что он делает все правильно. Так вот, мои дорогие маленькие и большие алкоголики, вы слишком глубоко заблуждаетесь, что вы думаете правильно, когда вам трезвый человек рассказывает, что вы не правы, как бы в пьяной своей ситуации, вы хотя бы имеете совесть извиниться перед этим человеком. Расскажу вам небольшой пример, так как кто следит за моим необычным сутинским каналом. Есть у меня такой товарищ, который очень любит кушать, особенно по ночам. Да, причем не свою еду, а очень любит чужую, да, потому что чужая вкуснее, да. Я очень люблю курочку, да. Эти, как там, грудочки, там, ребрышки, понимаете? А он тоже очень любит, получается, блин, хотя бы хоть бы сказал бы, там, мой маленький друг, я проголодался, можно я покушаю? Я бы сказал, да, конечно, угощайся. А он, знаете, что? Да просто скушал, что тут, блин? Да какой он скушал? Сожрал, сука! Такие не едят, такие живут. Вы хотя бы, если так живете, мои дорогие свеженькие алкоголики, то вы это... Имейте совесть признавать свои ошибки. Хотя бы идите к своей маме и извинитесь перед ней. Идите к своему папе, извинитесь перед ним. Идите к своим родным, извинитесь перед ними. Идите к своим друзьям, которым вы насрали в душу днем ранее. И хотя бы поимейте совесть извиниться перед ними.